Привет. Мы собрались на Лыткаринском карьере, чтобы приготовить какао. У нас есть горелка, газ, какао, ведро и молоко. Мы берем газовую плиту. Аня берет газ в баллон, пытается пришпандорить его к этой плите. Мы берем ведерочко, мы берем водичку. Подожди, нужно сначала включить плиту. Аня нажимает штепсик и крутит горелку. И она должна зажечься. Опа. Так, теперь мы берем ведро. Вливаем половинку, а не как в тот раз. Все, ждем закипания. Давай. Ну давай, Коля. Осторожно! Так, у нас кипела вода. Мы добавляем какао. Так, у нас все чуть-чуть, короче, это, ну как всегда. Но все нормально. Дальше мы добавляем сахар. Перемешиваем. Наливаем. У нас тут как раз место освободилось, когда все вылилось. Сейчас, подождите, пожалуйста. По чуть-чуть. Вот у нас есть перчатки. Подожди, стой. И бокалы. Все. Покажи, что получилось. Показывай, что получилось. Взяли бенгальские огни, но не взяли зажигалку или спич. А что же? Подожди, держи. Господи, у нас же есть горелка!